Друзья, кто хочет посмотреть мои фотки и видосики в реальной жизни, заходите на мой инстаграм, ссылочка в описании. Нас уже 3000 подписчиков. Всем спасибо. И ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас Бульбазаров, Фусик, Оптик, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Здорово. Всем здорово. Все написали в комментариях, чтоб мы сняли «Аниматроники пугают охранника» на карте FNAF 7. А нет, это не FNAF 7, это какая карта? FNAF 8. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Логично. У меня же два режима. Я пока есть добрый аниматроник. У нас пока есть день. Ночь еще пока не настала. Я просто хожу по пиццерии, исследую ее. Она вся разломанная. Я просто хожу, я вас не убиваю. А так хочется вас убить. А не надо убивать. У меня вот такой режим будет, смотрите. Все, значит я злой. Сейчас я добрый. Ах ты бомж! Ты меня подрезал в ногу! Так больно очень было. А так нечестно! Или честно? Это обычный ножик. А как он аниматроника-то убил, алё? Да легко. Со спины отца два раза убивает. Именно вот тут этот... то ножичек маньяка. Мне с одного. А вы слышите этот звук? Да, слышу. Ага. Где ты там бегаешь? Огромный звук. Я приближаюсь, пацаны. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Записываем очень веселые и классные режимы. Привет. Типа. Так прикольно руки расставляет, мне нравится. Слышь, я сейчас убью. Я не могу за этого убивать, надо валить. Отвали от меня! Отвали, маньяк вонючий! Иди ко мне! Сюда! Ай-яй-яй! Победа. Подрезал, подрезал аниматроника! Я буду вам мстить, если вы будете меня так убивать сильно. Можно, не надо. Надо, надо, надо. О, тот звук как с FNAF Cop. Откройте двери! Открыл! Забегай быстрее. Давайте повентиляцию, повентиляцию. Да, они засыкали, да? Хорошо. Походим. Есть у нас аниматроник классный. Тут закрыто. О, нет. Так, мне надо выследить маньяка и замочить его. Ну что, давай, иди сюда, где ты? Сопляк. Давай, иди сюда, я тебя хочу замочить. Ну где ты, давай? Опа! Ты патроны зря не трать, потому что тебе они еще пригодятся. Где ты? А где ты? На-на! Первый пошел. Мы будем сейчас с тобой тут драться один на один. Открой. Да пошел отсюда, щенок. Это моя теперь пиццерия, пацаны, я здесь теперь живу. Я теперь охраняю пиццерию. Вам нельзя здесь. Так, вали отсюда, собака бешеная, уходи. Ой, блин, настроение классно. Смотри, как он себя расфигачил. Так, ну что ты делаешь вообще? Ладно, ладно, ухожу, виноват. Отвали! Давайте его, давайте. Где он? Я же могу исчезать, я невидимый, пацаны. А, читерство, ясно. А чё, какое читерство? Это умение, возможность аниматроника. Как я могу его не использовать? Так, собака ходит, ищет меня. Где же он ходит? А, маньяка вижу! Ах ты бомж! Не видишь. Не надо меня видеть. Отлично! Миссия выполнена успешно. Ну все. Я запрятался. Ну я видимый, меня можно увидеть. Тебя еще собака захавает, ты иди. Не-не-не. Ну и где
Давай, Дима, я ж найду тебя. Я в холодильнике, ой, это в игровом автомате сидел. Унижайте, получается, текстуры прозрачные. Ого, он жахает. Да, я очкую вас. На, получай, давай. На. Да вы друг друга-то не мочите. Я ожидал вас, вроде я должен убивать. Эй, слышь, базука, не умеешь пользоваться не брио в руки? Моя базука. Моя пацаны, я вас сейчас так буду мочить, что вы будете сидеть в своем офисе и больше никогда не выйдете. Не надо. Смотри, раз. Блин. Ну, давай, иди сюда, выходи. Слышь, да? Давай. Да, да. Давайте так, я не могу зайти в офис. Вот просто не могу. Давай, давай, давай. Давай, давай, секунд. Эй, так нечестно, выходи. Да ёбаный. Классно, классно, троих. Наказочка такая вина. Все, я пошел, пацаны. Ну иди сюда. Он невидимый сидит. Эй, ты че базутчиком забецался? Выходи, выходи. Да что за оружие у тебя такое? На! На-на-на-на-на! А, пацаны, вы можете пригвоздить, или вам только это поможет. Гранейт! Добрался. Убили! Победа за нами. Да это такая победа очень нечестная. Вы использовали админский пистолет. А это не мой, точнее, это не я. Идет. Лови! Ух ты! Это ты меня пронзил монетой? Да, да. А чё так больно? Не те уже аниматроники. Ё-моё! Пришёл? Эй! Ты чё своим мачетом тут махаешь? Давайте вот просто возьмите, подсветите и посмотрите, сколько у меня жизней. Посмотрите, сколько жизней у меня. 10 000. Нет. Или меньше. Или больше. Эй, это нечестная монтировка. Вы меня сильно наказываете. Ну чё, давай, я жду тебя, подонок. Иду за тобой. Он не видит. Я иду, я иду, я иду, пацаны. Один фантон, базука. Он там при... А где он сидит, Алёна? Нечестно. Да ладно. Давай, выходи. Он невидим, он невидим. Отлично. Ну чё, иди сюда. Ну? Давай. Я уже боюсь идти туда. Да не ссы. Чё вы там, сидите, да, пацаны? А я у себя в домике сижу. Нет, я не сижу, я гуляю. Я валю, я валю, я валю, они гранаты кидают по мне. Отлично, нычка. Отличнейшая. Давайте, я на карте запрятался, вы должны меня найти. А чего друг друга мочить, я тоже хочу. Я не видел его. Так бывает. Дима. Да. Давай, 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 собачка, стреляй по всем. Где вот он тут?
А я хочу тебя побить! Не надо меня бить! Отлично! Я тебя выиграл, это реально было сложно. Знаешь, такая стычка в маленькой комнате, ПВПшка. Так, я сижу, жду. Следующую жертву. Ну давай, 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 я иду к тебе, давай. Он где-то в углу спрятал. У нас дед находится, давай, говори. Давай, я тут, вот я, давай. На тебе, подсрачник, со. По-любому маленькая какой-то. Не, большая бомба, большая. Да, хорошо. У вас есть немножко времени, или я ее взорву? Я нашел. Да блин, она не взрывается. Ого, смотрите, как все горит здесь. Короче, мы лес весь взорвали. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!